В Хакасии началась вторая неделя в режиме всеобщей самоизоляции, пока он продлен до 12 апреля. Жителям Хакасии по-прежнему рекомендуется по возможности оставаться дома. Выходить на улицу нужно только в случае крайней необходимости и при этом иметь при себе средства индивидуальной защиты, маски и перчатки. Правительство Хакасии дало некоторое разъяснение. Например, разрешается добираться до работы тем, кто не останавливает деятельность. До гаража или дачи также можно навещать близких родственников, которым требуется уход. Разъяснили и правила прогулок с детьми. Они разрешены, но расстояние не должно превышать 300 метров от жилья. При этом важно быть в масках и перчатках и соблюдать дистанцию с посторонними людьми, не менее 1,5 метров. Еще одно нововведение – все, кто прибыл из Москвы, будут отправляться на обязательную двухнедельную самоизоляцию.